Рассмотрим настройку часов. В текущем режиме зажимаем и удерживаем левую верхнюю кнопку до тех пор, пока не начнут мигать наши секунды. Для того, чтобы их обнулить, нажимаем на правую нижнюю кнопку «Секунды обнуляться». Далее левую нижнюю и нажимаем на правую нижнюю кнопку, тем самым выставляем значение наших часов. Если зажать, то оно пойдет быстрее. Так. И еще раз кнопку мод, мигает значение наших минут. Выставляем значение, нажимая на вот эту вот кнопку, только в плюс листается. Еще раз кнопку мод, значение года точно так же изменяем. Еще раз кнопку мод, значение нашего месяца, февраль 2, правильно. Еще раз кнопку мод, значение нашей текущей даты, изменяем также, нажимая на кнопку с правой стороны внизу. И еще раз кнопку мод, обратно мы вернулись в настройки наших секунд. Для того, чтобы сохранить все измененные нами значения, нажимаем левую верхнюю кнопку Adjust один раз. Все наши настройки будут сохранены.